Сегодня глава республики Олег Николаев провел рабочую встречу с председателем Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. Говорили о модернизации школ, в этом вопросе Чувашии и общероссийских лидерах. Подняли тему предстоящих выборов и борьбы с COVID-19. Возвращаясь к организации образовательного процесса в республике, Олег Николаев рассказал, что сейчас в Чувашии ремонтируют 54 общеобразовательные школы. В деревне Кашмаши Маргаушского района дети пойдут в новосозданные агроклассы. Тем временем страна и республика готовятся к единому дню голосования. Депутатов Нижней палаты Российского парламента и Госсовета Чувашии будут выбирать в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято в ЦИК России в связи с риском распространения коронавируса. Ищем вариант решения, когда, определяя наиболее такие напряженные точки, усиливаем меры ограничения именно там, тем самым локализовывая процесс там. Но, естественно, в это время будем просить всех и жестко контролировать, чтобы там, естественно, уже такие мероприятия, которые могут спровоцировать дальнейший рост заболевания, уже не проводились.